Весна многих стимулирует на перемены и смелые поступки. В преддверии нового сезона наступает лучший момент для обновления или даже полной смены своего образа. Тем более, что дизайнеры предлагают не просто актуальные цвета и силуэты, но и буквально погружают нас в атмосферу экзотических стран, знаменитых курортов, легендарных городов мира. Часто у той или иной местности мы узнаем из самой коллекции. Да? Если география была где-то далеко, через путешествия, да, через книги, но также через уже созданные дизайнерами коллекции. Последняя коллекция Viapia, этот бренд у нас на эксклюзиве, она называется «Каникулы в Портофино». Чем дышат жители этого города, почему так выглядит коллекция, почему яркие лимоны, почему яркий синий цвет, яркий белый цвет. Название коллекции, философия, объяснение, почему в этом направлении. И, конечно, кто увлекается историей, географией, они это быстро считывают. Путешествие от Нэшвилла через Нью-Йорк, каникулы в Портофино, голубое слияние у нас на Средиземном море происходит. Коллекции в магазинах масс-маркетов отшивают по принципу «чем больше, тем лучше». Поэтому там дешево, а в результате по городу ходит много девушек в одинаковом. Альтернативный вариант – магазины, концепция которых – разнообразие, небольшие тиражи, расширенный размерный ряд и оптимальное соотношение цены и качества. Часть брендов, их около 15, они на эксклюзивных правах. Что такое в миллионном городе иметь бренды на эксклюзивных правах? Естественно, в размерной линейке получается изделие одно на размер. И по абсолютно средней цене за хороший продукт приобретается эта эксклюзивность. Потому что очень трудно встретить в миллионном городе своего же размера, да, девушку в той же коллекции «Каникулы в Портофино». Коллекций очень много, если 40 брендов по 5 коллекций в сезон, вот около 200 цветовых тем приходит в сезон. Каждая девушка знает, что намного проще купить платье на выход, чем джинсы по фигуре. Однако есть такие бренды, которые умеют угодить поклонницам денима вне зависимости от их комплекций. Категория джинс, она давно уже трансформировалась в брючки, пятикарманники различных цветов. По старинке их называют джинсы, но это уже джинсы городского стиля, они имеют другие цвета. Они могут быть не выварены, они могут не иметь таких швов. Уже там много эластана. Цветовая гамма, я даже в виде исключения не могу сказать, какого цвета нет. Цвета присутствуют все, от белого до черного, палитра вся. В новой коллекции присутствует особая нить эластана, которая возвращает форму джинс в течение дня. То есть их не надо стирать, чтобы они приобрели первоначальный вид. Не вытягиваются колено, при этом ткань очень хорошо себя ведет в летнее время, в жару. Весенний период – лучшее время для модных экспериментов. Однако не забывайте подходить к обновлению своего гардероба рационально. Важно не просто купить очередную футболку, а сделать себя новой, лучшей и привлекательной.